Всем привет, друзья, из солнечной, сказочной Португалии. Это был сарказм по поводу сказочной. И вот почему. Люди каждый день обращаются за осмотрами автомобилей, за подборами автомобилей. Каждый день мы сталкиваемся с одним и тем же, с автохламом. Причины, почему мы с ним в основном сталкиваемся, это не проблема в клиенте, не проблема в заказчике, но именно проблема в рынке, именно проблема в продавцах, именно в ужасном маркете Португалии. И живую машину найти здесь, например, по низу рынка, вообще практически нереально. А если реально, то побитую, покоцанную, поцарапанную и так далее. На прошлой неделе в автосалоне продавали утопленника подготовленного. Это видео о том, как вот сегодня прошел осмотр и что произошло. Чтобы вы просто знали и понимали ситуацию на рынке. Это видео именно для этого. Просто будьте осторожны и досмотрите видео до конца. Вот. У нас есть группа с клиентом. Она присылает сообщение. Вот сегодня утречком в 9:31 я звоню человеку, набрал его, поговорил с ним. Потрясающий человек, машина с рабочим кондиционером. Выезжаю я на осмотр машины, и что мы видим? Классические португальские дровишки. Полностью уничтоженная машина. Просто это машина из-под какой-то свиньи. Кондиционера нету. Под кондиционером он подразумевал то, что когда включаешь печку и переводишь на холодную, оно дует прохладным. То есть для него это является кондиционер. Это такое сиденье, смотрите, ребята. Сцепление щелкает. У машины уже люфтят и стучат привода, так называемые гранаты. Машина получала по морде с левой стороны. Они даже забыли вон, достать упаковочную коробку усилителя. Фара новая, масло на минимуме, но есть оно хотя бы. Фара новая, это фара старая. На машине нету ни одного живого места вообще. Крыша вся уничтоженная, побитая града. На запаске с разорванной резиной. Вы, в принципе, все это видите. То есть машина по цене 5500-5200. То есть вот в этом диапазоне не старайтесь найти какую-то машину, которая была бы большая, например, там Ford Focus, какой-то Fiesta 10-9 года. Бюджет 5000 это в лучшем случае Citroёn C1, Peugeot 107 или какие-то машины старше. Вот по поводу этой машины, которую я вам показал, человек настолько, продавец настолько врал, что я даже не понимаю, он реально врал или он такой просто дурачок. То есть он, сидя в машине, продолжал утверждать, что там у него кондиционер есть. Я не понимаю, адекватный человек так не может себя вести. Самое главное, вот вам ключ и подсказка. Когда вы покупаете старую машину за минимальный бюджет, вы должны сфокусировать внимание не на свежий год. Вы должны сфокусировать не на пробег даже, а на состояние. Когда вы смотрите объявление, смотрите и постарше машины. Если вы видите, что машина более или менее, если вы видите после разговора, что более или менее адекватный продавец, езжайте ее смотреть. Не посмотрев, вы так ничего не найдете. Нужно перелопать гору хлама для того, чтобы найти ту самую тачку. В Европе больше хлама, чем в Украине, не европейской. Поэтому будьте осторожнее, смотрите внимательнее машины, не попадайте на ловушку. Ну, я уже устал выбирать машину, фиг с ним, что-то куплю. Не покупайте просто от того, что уже надоело искать. Лучше вы 500, 600, 800 евро отдадите на то, чтобы не купить машину. Там на проверки, на поездки, на диагностики. Чем вы купите абы что и уже побыстрее, чтобы что-то купить, потому что уже устали выбирать, и потом попадете на полторы, на две. И еще и кучу времени потеряете. То есть машина – это тут такая специфическая штука в Португалии, поэтому будьте очень осторожны, обращайтесь к специалистам, не к нам, так еще к кому-то. Но главное, если у вас недостаточно экспертизы и вы не механик, чтобы вы не сделали ошибки. Именно по этой причине, потому что тут полно хлама, мы поняли, что тут нужна услуга для людей
разовых осмотров, потому что подбор под ключ практически невозможно выполнить, особенно самостоятельно, без сотрудничества с клиентом. Поэтому мы сделали такую услугу, как проверенное авто. То есть мы выбираем проверенное авто с нашими партнерами и выкладываем их в нашем Инстаграм и Фейсбуке. Для вас это проще, потому что вы можете зайти и посмотреть ту машину, которая уже проверена, и что, когда вы приедете ее покупать, у вас не будет никаких сюрпризов. Это сэкономит вам кучу денег и кучу времени, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь. Переходите по ссылке в Facebook и Instagram, смотрите, что у нас в наличии, и покупайте проверенные машины. Подробнее об этой услуге в нашем видео, конкретно про проверенное авто. Ссылка тоже будет в описании к этому видео. Там я рассказываю полностью детально о том, что это такое и с чем это едят. Thank you.